Жители Ленинского района продолжают радоваться теплу и не пропускают ни одного события на открытом воздухе. Не остался без внимания и Международный день танца. К празднику готовились основательно и не один день. Сегодня, в Международный день танца, мы пригласили всех жителей, ребятишек, чтобы они пришли и вместе с настоящими профессиональными танцорами изучили те или иные, может быть, не самые сложные движения, но уверен, что им это очень понравится, и уже какое-то, пускай и небольшое, но у них будет представление, чем, например, танго отличается от вальса. К празднику танца семья Рахвальских готовилась вместе. Александра, профессиональный хореограф, проводила для детей и взрослых мастер-классы. Ее дочь Наталья рисовала аквагрим, а бабушка семейства напекла пирожков, которыми мог угоститься любой желающий. Сегодня мы здесь празднуем, отмечаем Международный день танца. Мы готовились почти 2 недели. Вот подготовили шарики, напекли пирожков, детишкам бесплатно будем раздавать конфетки и рисуем аквагрим бесплатно. Вот эту? Ну давай попробуем с тобой нарисовать это. Организовывали праздник не только взрослые, но и дети. Ребята вместе со своим хореографом подготовили зажигательный номер. Трудно было удержаться и не начать танцевать вместе с ними. Мы тренировались, у нас все время был какой-то, получался какой-то опыт, потому что у нас в конце всегда происходил вот такой батл, что-то похожее на батл. Мы смотря на других, понимали, как нужно попадать в музыку, и я уже наконец-то начинаю попадать именно в музыку. Как попадать в музыку и другие хитрости танца раскрыл ребятам хореограф Роман Коновалов, дав небольшой мастер-класс по хип-хопу. Я сам танцевал раньше бальные танцы, до сих пор танцую уже лет 15, хип-хоп я уже тренирую лет 5. Это, ребята, мы делаем заявку на международный фестиваль по уличным танцам. Так что все здорово, вы видите, он первый, у нас некому, все здорово, видите, много зрителей, много участников. Атмосфера царила невероятная, воздух был заряжен энергией, только ленивый не танцевал. Праздник оставил под впечатлением всех гостей. Екатерина Борисова, Анастасия Горелова, Егор Хлябич, Ольга Садовская, Виднетера.